Друзья, всем привет! Поводов заходить на основной аккаунт не так много. Либо это какая-то обнова, либо это новый перс, либо топовый пушечный, атомный, крутой, классный, шикарный, красивый, шногсшибательный, ядреный, пушечный, статый скин. И мы этого персонажа пушим на 1000, либо же выходит какая-то новая пассивка, либо гаджет, который... Ну, однозначно надо затестить, потому что все-таки что-то новое. И сегодня у нас в магазине... Я пропустил воробушка, как бы странно это не звучало, я говорю, все надо тестить, но воробушка мы пропустили. Но я его затестил на пути рангов. Вот, я его, конечно, тоже покупаю, но речь сегодня не про этот гаджет. Речь сегодня про гаджет на Пайпер. Я еще в Brawl Talk'е обратил внимание на то, что Пайпер стреляет самонаводящей пулькой. То есть... Пуля летит за текстуру. И очень интересно, как это работает. Сейчас я этот гаджет приобретаю у вас на экранах. И после этого мы сейчас пойдем тестить, как это самонаводящая, цель. Мне же интересно. Так, берем ее. Нажимаем выбрать. Скин, конечно, О, вот такой вот выберем скин. Вот, потому что серебряный не очень. В режиме, наверное, 3 на 3. Хотя, может... Нет, тут в ШД вообще не варик. Да тут тоже не особо. Ну попробуем, не, хотя что, вроде тут Пайпер норм. В общем, сейчас затестим. Ребятки, очень важная новость. Если вдруг ты еще не прожал лайк, проверь это, нажми. Подпишись на канал, нажимай на колокольчик. И приходи сегодня вечером на стрим. Вчера я в 11 решил запустить стрим. Пока там настраивал все туда-сюда, смотрю, уже время 11:30. Думаю, ну капец, поздно запускать. Поэтому вчера стрима не было, жду вас сегодня. Если ждете, то приходите. Будем пушить путь рангов. Еще новость. По поводу же нового скина, который выйдет уже вот-вот. Где ты? Вот, через 20 часов. Пушим на косарь Тика или не пушим? Напишите в комментариях, поддерживайте, конечно, лойсами, если хотели бы. Я чё-то стремаюсь. И я забыл же за Брока. Брок тоже вот, ну, отличный. Просто у меня он даже есть на рамочке вот тут. Классный скин. Очень сильно бы хотелось его запушить на косарь. Но как-то я потерял тот момент, когда вышел Брок. Ну, типа, пропустил. Но я хочу Рейнджер Брока запушить. Не знаю, как вам вообще эта идея. Пишите в комментах, будет интересно почитать. Ну, а я, друзья, пойду сейчас проверять Пайпер. Прямо сейчас ШД с рандомами. Ой, геймграб с рандомами. Поехали. Окей. Я, конечно, на Пайпер тот еще игрок. Ну, погнали. То есть, и как мне получается, прожать гаджет, а потом стрельнуть? Так, сейчас проверим. Сейчас сначала я хочу ульту какую-то набить. Чтобы хоть немножко... Как нормально играем. Так. Уф. Надо Пайпер на 35-й, чувствую, мне пушить. Так, подождите. Как работает гаджет? Нажимаю гаджет. Так, и стреляю. О! Прикольно. Не, прикольно, да, да, прикольно. А ну, попробую через стенку, а ну, вот так, хоп, хоп. Я попал, да? Я попал. Окей, мы это сделаем вот так. У меня остался один гаджет, слушайте, а мне нравится. То есть, если вдруг решающая тыка нужна, да, то это в любом случае... Это в любом случае... Так... Надо забирать. Ай! Ты дышь, ты дышь. Я сдохну, блин. Мы проиграем, да, наверное, катку? У них... Ну, у нас прима лишний. У них все дальники, им проще. Блин, гля, какая защищают-то. Так, а ну, на самонаводящее. Оп! Еще раз. Не, надо было по воробушку стрелять, так бы, блин, выбил бы гемы с них. О, выбили, выбили гемы, но это нас не спасает. Я... Что? 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 Ты забрал гемы? Лол. Нифига, примат. Говорю, примат лишний, да у нас примат затащил катку. Так. Ну, ок. Допустим, допустим. Слушайте... Все три прожатых гаджета, все три попадания было. Я хочу усложнить ситуацию, попробовать как-то
как-то через, ну, чтобы за текстуру залетело. Поехали еще раз в бой. Мне интересно, вот если я выстрелю куда угодно, оно долетит или нет? Сейчас проверим. Так. Ну, давайте вот так вот стану, вот так вот, интересно. Итак, прожимаю. Нет, так не работает, блин, просрал гаджет. Ладно, а насколько максимально... насколько максимально вот эта пуля может... Так, это клон. А, там тоже Пайпер, я вас понял. Намек ясен. Так. Ну, я даже не знаю. Просто сейчас новый гаджет на Пайпер... Ой, старый гаджет на Пайпер тоже имбовый. Он отталкивает Мортиса, поэтому я не знаю, насколько вот этот... Это самонаводящий гаджет, это больше для... Рагулей, как я. Ну, правильно же? Ну, а как? Для... Зачем топом этот гаджет? Ну, типа... Оу. Понятное дело, что иногда решающий выстрел бывает, но мне кажется, что отталкивающий... Опа, вот это, конечно, печалька. Вот это, конечно... Он прикрыл, прикинь, он прикрыл клоном выстрел. Это беда. Это беда. Ой, хорош, ой, хорош. Ой, хорош, ой, холдик хорош. Еще выстрел, на, через гаджет, видели? Не, ну в этом случае гаджет чуть-чуть порешал, но не добил, к сожалению. Так. Так, надо тут разминировать. Так, ну мы тащим, мы затащим. Так, Леон без инвиза, поэтому нам не страшно. Так. Так, так, так. Так, так, так. Еее, просто разорвали пацанов. Вот вам. Хоба. Блин, по кайфу, ну по кайфу. Пайпер крутая, крутая очень. Пум. Ай. Да, крутая Пайпер, но не я на Пайпер. Ну, в один момент, когда я вот на Леона, да, выстрел сделал, если бы я не попал, он бы не замансил. Ну, то есть бы он бы не ушел хилиться, скорее всего. И не знаю, как бы мы держали центр. А так я прожал гаджет, и еще пулька догнала его. То есть, ну, эту ситуацию как-то порешало. Ну, конечно, если бы если нормально попасть, то и без гаджета это бы могло случиться. Ну, попасть, холдик. Холдик и попасть. Угу. Так. Ну, сейчас проверим. Так. А ну-ка, вот, допустим, вот так. Ну да, ну вообще круто, ребят. Ну, она реально, пули, они могут немножко смещаться с траектории и залетать за поворотики. За текстуры и прочее, поэтому это годно. Так, вот это нам уже начали вешать. Люлей. Не, ну куда ты идешь, дура, а? Ну ты не выживешь. А-а-а! Так. Так, так. Забираем гемы. Ай, 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 больно. У меня гемы, я мидер, я топчик. О, у нас Поко тоже, я что-то только сейчас заметил. Ай, больно! Так, 5 на 4. Сейчас, полетела голова. Давай, тут надо взрывать было. Так. Давайте попробуем здесь открыть стенку. Так, поехали. Так. Так. Потихонечку отстреливаем. Так, открываем здесь стенку. Так, самонаводящая цель. Пум! Видели? Я попал. Ну, еще бы я через гаджет не попал. Слушайте, ну гаджет реально меня вытаскивает. Вот вы видели? Ну, опять же, я не добил Джесси, но оставил ей мало хп. Я бы вряд ли попал за текстуру, если бы не гаджет. Вот вряд ли бы. Но вот реально есть моменты, где вот, ну прям, ну решающая тыка. Вот прям решающая. Прожимаешь гаджет и все, и стопроцентная. Ну, не стопроцентная, но... процентов 90 то, что ты попадешь. Но я не могу сказать, что этот гаджет лучше предыдущего. Предыдущий ведь тоже стал имбой после того, когда отбрасывать он и замедлять начал. Потому что Пайпер против Мортисов перестала страдать с этим гаджетом. Поэтому, не знаю, оба
гаджета на Piper мне нравятся. Оба. Есть гаджеты, где, ну, как очевидно, что это имба, это такое себе, вот, на ворона, да, допустим. Хотя, опять же, кто-то говорит, что в режиме 3 на 3 замедляющий яд на ворона круче, чем его щит. Не знаю. В общем, напишите свое мнение в комментариях, как вам этот гаджет. Ждем скин на Тика. Я не знаю, Тик это сложный персонаж. И то, что я хочу его на косаре апнуть, это какое-то безумие. Ну, типа, даже с топами вряд ли я это смогу сделать. Но если вдруг этот ролик наберет много лайков и вам будет интересно, чтобы я помучился и крабика апнул на 30 ранг, я бы постримил, то я, может быть, постарался что-то, ну, как-то, блин, заморочился бы и запотел бы на косаре. Не знаю. Пишите в комментариях, мне интересно будет почитать. На этом все, ребят. Ждите, сегодня стрим будет на пути ранга. У нас 500 кубков на воробушке. Вчера мы ничего не апали, поэтому все так же осталось, как и с предыдущих дней. Поэтому сегодня продолжаем. Воробушек на косарь, на пути рангов. Жду вас вечером на стриме, не пропустите. Ставьте лайки, подписывайтесь, всем желаю удачи. И пока.